Данилка, давай помашем ребятам привет. Отдай мой нос. Так, смотри, что у меня есть. Знаешь, что это такое? Да. Что это, скажи? Пули. Ребята, у нас сегодня вот такой набор, и мы его будем открывать и рассказывать вам, что же там внутри находится. Пулина! Что ты там увидел? Ой, давай вот так положим, смотри, я тебе помогу. Вот так. Теперь подожди, вытаскиваем вот эту коробочку всю. Вот. Итак, вот в таком наборе Playbook у нас оказался с тобой. Какой-то вот такой аппарат, мы будем делать здесь гамбургеры, сосиску в тесте. Да, так, сейчас я это все соединяю. А ты пока доставай вот это из коробочки, здесь Play-Doh. Потом что тут, тарелочки у нас. Вот, рассматриваем. У нас вот таких вот 4 Play-Doh-шки. Красная, сиреневая, желтая, синяя. У нас тарелочка. Потом шприцик. Это мы сюда будем, я думаю, выдавливать. Да? Так. Есть вот такая трубочка. Ну-ка, подожди, трубочка тоже. Чего-то, для чего-то трубочка. Ну, я думаю, разберемся. Давай посмотрим в инструкции. Есть у нас тут инструкция. Так, в инструкции у нас, конечно же, ничего нету, но... Но? Но. Трубочка, ложечка, ножичек. Вот такая трубочка, каталочка. Будем раскатывать все с тобой, да? Шприцик будем сюда... Брать пластилинчик, засовывать и выдавливать. Он, кстати, вот здесь шприцик дырочками идет прикольными. Будет фигуристая выходить, чтобы... Это досочка. Досочка, на которой нужно все будет вот так раскатывать. Ну что, начнем? Что мы будем делать первым? Итак, у нас на картинке нарисован гамбургер. Для гамбургера нам надо взять с тобой коричневые. Ну, их, к сожалению, тут нету. Поэтому мы их чем-нибудь заменим. Давай с тобой сделаем гамбургер. Красный, смешать. Желтый, синий, сейчас, подожди, подожди, что ж такое, у меня это не вытаскивается, как его вытащить, а вот, вытащила, и у нас вот такой вот классный еще сиреневый цвет, так, Данилка в это время вот сюда, нет, знаешь что, надо смотри побольше, да, вот сюда вот укладывать побольше, вот так, да, побольше. И давай, наверное, вот синенький еще возьмем. Вот сюда вот положим синенький. Посмотрим, какие у нас получатся котлетки, да? Это у нас должен быть хлебушек, вот здесь получится. А вот здесь котлетка будет. Котлетка у нас, кстати, синяя будет, интересно. Подожди, мы еще сосиску с тобой не положили. Давай сосиску сделаем желтую. Давай? Да. Смотри, мы ее сейчас вот так вот как бы раздавливаем. Вставляем. А теперь закрываю, придавливаю. Смотрим, что получается. Придавливай. Так, открывай. И что получилось? А ничего не получилось. Знаешь почему? Потому что нужно было положить еще вот сюда. Давай я тебе помогу, и мы добавим. Да, сюда мы добавим красного. Сюда добавим синенького. И нашу вот сюда сосиску. Ага. Желтую сосиску нашу мы туда положим. Вот, ты ее сильно туда прям плотно не надо. Смотри, вот так вот. Раз, раз, раз. Вот. А теперь смотри, я закрываю, помогаю тебе. Вот так вот. Мы придавливаем, прижимаем. Смотрим, что получается. Уа! Итак, у нас получилось. Вот такая вот. Мы сейчас ее обрезаем все лишнее ножичком. Аккуратненько вот так. Интересно? Конечно. Еще бы, мы же сейчас с тобой сделаем сами гамбургер. Такой, какой мы хотим. Хотим мы с тобой какой сделать? Ой-ой. Радостный, чтобы он был радужный, интересный, конечно. Ребята, вы любите дома лепить из пластилина что-нибудь? Напишите нам в комментариях обязательно. Вот такая у нас получилась котлетка. Теперь мы снимаем хлебец, да? Это у нас такая вот булочка такая. Да.
Мы тоже все лишнее обрезаем. Достаем. Очищаем вот так. И вот, пожалуйста, у нас еще хлебец. И давай нашу сосиску, которую мы тоже с тобой сделали. Смотри, сосиска прям вообще получилась настоящая, такая гриль. Классная. Так, достаем. Лишнее все удаляем. И получается вот такая сосиска. Вот, ребятки, у нас получилось мясо, хлебец, булочка и сосиска гриль. Данилка, что еще будешь делать? Смотри, можно еще вот здесь сделать у нас грибочек. Давай грибочек сделаем. А, ты хочешь украсить сразу? Ну, классно. Давай я тебе помогу. Давай. Смотри, нужно вот на эти хлебцы вот сюда выдавливать. И у нас получится вот такое классное украшение. Да. Видишь, как классно? Вот сюда выдавливаю, прям вот сюда. Давай я тебе посмотри, помогу вот этими щипчиками вот так взять их. Так. Оп. Берем, обрываем и ложим. И у нас получилось еще вот такое вот украшение. Так, давай с тобой сделаем, знаешь что? Давай-ка сделаем мы с тобой что-нибудь интересное. У нас есть трубочка, которую нужно раскатывать все. Вот мы сейчас вот так будем раскатывать. А потом возьмем, у нас есть вот такая формочка в виде черепашки. И еще одна формочка в виде рыбки. Я думаю, рыбку, да, сделаем? Да. Давай. Так. Это мы раскатали и положим сюда. Возьмем синюю. И вот сюда все заполним, конечно. Сейчас мы заполним, подожди. У нас получится классная рыбка, которую мы с тобой положим на... наше вот это тесто, которое мы раскатали, мы его, смотри, подожди, подожди, вот так вырежем. Так. Вот. И сейчас мы его украсим. О, что у тебя получилось? Еще одно украшение. Ой, вот, ой, у тебя их тут несколько штучек, смотри. Как желейки, да, похоже? Да, очень интересно получилось. Так. У меня получилась вот такая вот акула, которую мы положим вот сюда сверху. Смотри, рыба какая. Вот так, ребят, получилось. Так. Но я думаю, что сосиска наша, которая гриль, она не должна просто так лежать, вот без ничего. Давай сделаем для нее хлеб. Давай? Давайте сделаем, знаете что, сосиску в тесте. Сейчас мы сделаем. Только сосиска в тесте у нас будет фиолетового цвета, но ничего страшного. У нас же все-таки волшебные сосиски, да? Да. Правильно Данька говорит. А ты пока выдавливай отсюда кетчуп. Кетчуп должен быть красного цвета. Пока Данька выдавливает кетчуп. Так, это не кетчуп у тебя. Это украшение. Ты поставь туда красный цвет и выдавливай красный. Потому что сосиска должна быть с красным кетчупом. Все-таки у нас красный цвет есть. Итак, мы сделали вот такой вот хлебец. Сюда мы ложим нашу сосиску вкусную. Заворачиваем с этой стороны и заворачиваем вот с этой стороны. Смотри, Данюш, а теперь вот сюда ложи кетчуп. У Данилки будет синий кетчуп, да, Данюш? Раз, два и три. Вот такую сосиску в тесте сделали мы с Данькой. Вот так. И все-таки мне очень хочется еще грибочек попробовать сделать. Давай мы заполняем. Грибочек у нас будет красненький. Это не мухомор, не ядовитый гриб. Обычный грибочек, просто красненький. Закрываем, прижимаем, отпускаем
и смотрим, что у нас получилось. Вот такой классный гриб получился. Сейчас мы все лишнее удалим. Так. Теперь достаем сам грибочек. Вот какой грибочек. Можно еще вот сюда положить грибочек. Вот на нашу сосиску. Кто любит сосиски с грибами, вперед. Да, Тань? Да. А ты что сделала? Покажи мне. Давай, вот сюда добавляй цвет. Украшай наше блюдо, которое мы сегодня с тобой сделали. Вот сюда, Танюша. Смотри. Дай. Вот сюда на тарелочку. Ребят, напишите обязательно в комментариях, а вы любите дома мастерить, готовить какие-нибудь блюда? Что вы для этого используете? Какие у вас есть формочки? Очень интересно почитать. Да, Танюш? Делает. А я, пожалуй, возьму, попробую. Я прям, этот грибочек у меня так нравится, прям не могу. Ай, как вкусно. Попробуй, какой грибочек. Классно. Все, ты съел грибочек. Ребят, на этом все. До следующей встречи. Всем пока-пока, Дань. Помашешь ручкой? Ну, помаши ручкой. Пока-пока. Пока-пока.